Друзья, заканчивается футбольный 2017 год. Этот год подарил нам много незабываемых эмоций. В этом году мы завоевали чемпионство. Мы выигрывали дерби и обыгрывали «Зенит». Мы устраивали чемпионские забеги в Перми, Туле и Москве. Мы душевно все вместе праздновали чемпионство. Мы самоотверженно защищали свои ворота. Мы громили Севилью. Мы были со Спартаком весь год, несмотря на мелкие неудачи. Мы встретили на своем стадионе Лигу чемпионов. И дома не проиграли ни одного матча. Но каким запомнится этот год, зависит от последних матчей. Нам всем важно собраться и ударно провести концовку этого года. И не смазать самое лучшее впечатление. Нам по силам одержать победы в важных матчах. И сказать, что этот год полностью остался за нами. Мы призываем всех КБ мобилизоваться с высоко поднятой головой, горячим сердцем, встретить своих соперников и одолеть их все вместе одной большой красно-белой семьей.